Я начинающий рэпер, чуть-чуть пишу, послушайте, может. Я как болт, мне нужна гайка. Это ты поешь? Ты не знаешь меня? Ваню Дмитриенко? Ты Венера, я Юпитер. Она сейчас популярна в ТикТок. Ребят, огромное спасибо за ваши теплые слова поддержки под видео. Потому что порой устаешь монтажить, снимать все это дело, и только ваши слова мотивируют снова выйти в чат-рулетку и снять для вас что-то годное. Добро пожаловать на 6-й выпуск рубрики «Гитарист притворяется звездой», то есть автором тех хитов, которые сейчас везде гремят, но налицо мало кто их знает. Приятного просмотра. Привет. Как дела? Хорошо. У вас? Нормально. А я вот типа рэп сочиняю, даже один трек недавно выстрелил. Могу вам зачитать. Давай. Так, сейчас погромче минусовку поставлю. Давай я тебе сейчас прям быстренько зачитаю. Хочешь? Не, давай я. Мари. Я как болт, мне нужна гайка. Залезь в резьбу ее, будто я папа. Но это теперь ничего не значит. Ты не найдешь меня, я потерялся. О-оу, ты мне не нужна, нет. Со мной акула, она дает губы. Ее парень тупит, он это не любит. Но мне как-то вообще поебать. Вот так вот. Это ты поешь? Да. По голосу знали, что ли? Да, офигеть! Она сейчас популярна в ТикТок. Да, очень... я знаю. Я сам не ожидал, если честно. Мне нужна гайка. Да. На прямом эфире мы ее на стриме на Ютубе сочинили с ребятами. Вообще случайно. И выстрелила просто. Бамс. Я теперь с сегодняшнего дня, можешь сказать, ну, типа артист. Звезда! Офигеть! Звезда. Да, да, очень круто. Давай теперь сейчас свою песню тебе сыграю тогда. О, хватит уже чужие петь, правильно? Свою будешь петь? Да. Давай. Тоже да, хорошо разошлась. Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. На одной орбите. Опять ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. На одной орбите. Опять. Вот. Я к тебе зашла с этой песней. Я ее пела до этого людям, и на тебя попала и перестала петь. Натуре? Ты что, поешь мою песню? Это не твоя песня. В смысле? Ты не знаешь меня? Ваню Дмитриенко? Ну это же не ты. В смысле, я Ваня. Чё ты врёшь-то, ну вот в наглую? Написал Ваня, вот эту песню. Ваня, светленький, разве нет? Я перекрасился, чёрненький стал теперь. Серьёзно? Угу. Блин, круто, приятно, что ты поешь там. А ты типа певица, что ли? Типа нет вообще. Споешь мне? Засмущалась прям. Нет, мне просто до этого попадались люди. То есть мне до этого человек был, мальчик, их было много. И они мне все пели эту песню. В натуре? Да. Да, конечно. Привет. Заказывайте на сайте arslanshop.ru. Заказывай на сайте arslanshop.ru. О, а Пейн или Итачи? А кто такие? Погодите, я слышу, что кто-то из вас уже хочет научиться играть на гитаре. Так давайте не будем откладывать. Прямо сейчас скачайте на ваш телефон приложение для гитаристов Timbro. Работает как на iOS, так и на Android. Здесь вы можете разучить мелодии, аккорды, переборы, прокачать свой скилл с полного нуля. Начнем мы с того, что сегодня разучим три аккорда. Аккорд E, IM и DM. IM плюс DM. Отлично, добавили в нашу базу три новых аккорда. Ссылочка на приложение в описании. Скачивайте. Вы откуда? Уфа, Башкирия. А вы? Из
Казанского ханства. Да ладно! Казань. Близко? Да. Я бы там училась, может быть. Если бы поступила, да? Нет, я поступила. И что, отказалась? Да, так получилось. Да. На второй курс, может, перейду. Давай. Приезжай. А что, подруга спряталась? Подруга, ну-ка выгляни. Кстати, ваша татарстанская. Круто, привет. Как зовут? Как зовут тебя? Ну-ка. Айгуль. Катя. Какая Айгуль? Катя. Обрадовался сразу. Ну, ладно, будем знакомы. Татаршам сума. Айинде? Родную душу нашла. Вот и нам пятерикен. Нихера себе. Классно, давай сыграем что-нибудь. Думаешь, что это? Да. И спой. Сыграй и спой. Так, я быстренько научусь петь. Че, давай музыку заказывай. Заказывай, да. Этот, наверное, по-любому понравится, раз вы наши. Ну, не татарскую я сейчас буду, но тоже хорошую вещь. А в Башкирии вода, да, сейчас? Нет, нет, нет. Давай. Смотри. Ауф, мы катываемся двором. Ауф, и вид имеет, будь здоров. Слышно издалека, кто там понять охота. На низких частотах едет там высот. Ауф, мы катываемся двором. Ауф, и вид имеет, будь здоров. Слышно издалека, кто там понять охота. На низких частотах едет там высот. Высота, ё-моё, делает прогресс. У каждого свое, у каждого свой интерес. Пушка, автомобиль, порядочный по жизни. Это уже не стиль, это образ жизни. Классно, голос такой классный. Спасибо. В точку попал, да, с песней? Да, вообще. Я к нему на концерт мечтала попасть. Ну, видишь, скоро побываешь, я думаю. Года два назад. Мечтал, теперь мою. Привет. Привет. Сыграешь мне? Нет. Ты такая музыкальная, я смотрю. Да, ты такой красивый, я смотрю. Ты тоже, как бы. Спасибо. Взгляд. Только не скипай меня, ладно? Давай поговорим. Ладно. Я вижу, что ты хороший человек. Ну, я музыкант, а музыканты обычно хорошие люди. Сыграй, пожалуйста. Давай. У тебя есть какие-нибудь любимые песни? Ты ютубер? Нет, почему? Я видела тебя в ютубе. Это ложь! Это можешь мне скинуть свой инстаграм? Ну ты же хотел, чтобы я тебе спел. Я хочу инстаграм, а потом ты споешь, пожалуйста. Мне просто мало ли ты меня скипнешь, я так хотя бы инстаграм твой будет. А, ну да, вот смотри, такой. А у тебя много подписчиков в инстаграме? Ну ты же видишь, или ты не нажала? Я еще не знаю. Сколько? Мало уж там. Это... Ты серьезно? Да, серьезно. Если уж у всяких там тиктокеров по 4 миллиона, то 100 тысяч это копейки. Вот такая несправедливость у нас в мире. А ты подпишешься взаимно? Да, думаю, да. Че, какую песню тебе спеть? Любимая есть? Спой что-нибудь, пожалуйста. В голове нет любимых песен. Давай, знаешь Мияги? Хорошо, знаю, да. Ну, спой какой-нибудь. Прям хоть что? Давай Кассандру. Блин, читаешь мысли, как раз хотел. Ты хотела сыграть? Прикольно. Я ее, да. Моя дикая Кассандра, игривая пантра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями седины будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая пантра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил, аллегориями седины будут эти пираты. На реке
Отвлекали тебя на кормленные бредом моя я. Ты на сон грядущий бедолами любима, так и знай. Толерантными родимыми храним образ запас. И угнетенными сердцами воспевал сбитый бас. Время табунами лошадиных силы милость умирать. Племя тиху не давалось, а просила просто доверять. Под этим гнетом негатива тем, кто не увидит свет. Ты больно ласково, красиво закручивала сюжет. Мы намеренно вели себя, как дети кутим. Брали, что хотим, брали, что хотим, yeah. И, скорее всего, не смог бы в этом мире один. Рага нас благослови, сегодня загудим. Ты очень красиво поешь. Спасибо. Спасибо. Еще самое главное, песня совпала. Это круто. Правильную музыку слушаешь, смотрю. Да. Ну что ж, молодец. Что делаете? Да, сидим, а ты? Очень плохо. Я тоже сижу. Не, вы лежите, вы врете. Мы сидим. Сидим в А рэпчик любите? Да. Да. Я просто немножко пишу. Могу вам зачитать. Да, если хотите. Не зря вот капюшон надел, типа, этот крутой. Мария. Сейчас, погнали. Я как болт, мне нужна гайка. Залезть в резьбу ее, будто я папа. Но это теперь ничего не значит. Ты не найдешь меня, я потерялся. Воу, ты мне не нужна, нет. Со мной акула, она дает губы. Ее парень тупит, он это не любит. Но мне вообще-то как-то упс. Вот такая вещь. Ну классно. Ну, я еще на гитаре играю, если хотите, могу даже наиграть что-нибудь. Давай. Ну, только вы загадывайте песню. А знаешь песню «А солдат недоношенный ребенок войны»? Да, странно. Я думал, ты скажешь, давай мне «Ра-та-та» конфузы или там «Ламбы» что-нибудь. А тут прям... Ну, хорошая песня, да, давай. Я солдат, я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне вдруг сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Ю-ю-ю, комбат орет, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Это вообще классно. Класс. О, привет. Привет. Песни поешь? Да. Ты знаешь, на кого похож? На кого? А, в Ютубе парень, короче, с гитарой тоже сидел. Арсланов Раиль, что ли, не помню. Вот ты вылитый. Я буду подать, если ты им окажешься. Не знаю. Но я слышал такого парня, да. Но еще никто меня с ним не сравнивал. Обычно, типа, про другого говорят. На кого я похож? А ты что, его смотришь, что ли? Ну да. Прикольно. Поэтому играешь? Ну да. Вау. А что-нибудь сможешь спеть? Да. Давай. И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. Да. Ну, у меня вот как бы тоже гитара есть, но... Но... Ты не умеешь играть? Ну да. Ну, главное — желание. Научишь, что ли? А у нас что, одинаковые гитары? Я не пойму. Нет, вряд ли. А, ну да. Ну, там, сейчас, подожди. Что-то АМ... Ты по-любому умеешь играть. А? Ты по-любому умеешь играть. Ну так, чуть-чуть. A little bit. Что-то ты там EM, да, выбрал? А, у тебя каподастр же, блин, стоит. Я могу его снять. Ага.
знаю, что я там учил в последнее время. Что-то такое... Пачка сигарет, что ли, сейчас. Я сижу и смотрю чужое небо из чужого окна. А я не так. И не... А? А я не так играю ее. А, ты на других аккордах играешь? Я... Да. А. Е, М, С. Ага. Ой, нет. Е, М, М, С и Д. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна. Понял, понял. Все понял, понял. На этих же аккордах еще одна песня какая-то есть. Этот, Мари, называется «Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни и полетели, нужно вписать». Чуть-чуть уж, это же простые аккорды. Знаешь, на простых тоже надо научиться играть. Смотри, такую надпись знаешь? Да я ж... Серьезно? Это пранк. Я притворяюсь Раилем Арслановым. Купил вот у него в магазине arslanshop.ru эту толстовку. И такой, думаю, надо бы притвориться. Ну да, ты правильно, сразу же догадалась, молодец. Ну я уж это я, вот, вот, смотри. Сердечко. Вот это да. Ты подписчица? Да, я подписана на тебя, и я училась по твоим песням, можно сказать. Офигеть. Я в шоке. Ты хорошо играешь, молодец вообще. Спасибо. Благодаря тебе можно отчасти сказать. Спасибо. И песни тоже хорошие. Если будешь дальше писать, вырастешь, как Клава Кока. Она же тоже свои песни. Ребята, буду безумно рад, если вы поставите лайк этому видео, напишите любой комментарий и подпишитесь на канал с колокольчиком, самое главное. Тем более, что это дает право на халявное получение моих видеокурсов, которые прямо сейчас я разыграю. Погнали. Итак, момент халявы. Копируем ссылочку последнего видео чат-рулетки, переходим на сайт Uncool Group и рандомным образом определяем трех победителей. Первый победитель — Игорь Кратер. Здравствуй, с праздником, Раиль. Очень рад новому ролику. Безумно круто. Второй победитель у нас Тимофей Мавро-Яниди. Повезло, просто букву написал. И третий победитель — Кабан Кабан. Ребята, напишите мне ВКонтакте или в Инсте, я вышлю вам видеокурсы. Если вам не повезло, можете просто приобрести эти курсы по ссылочке в описании, если хотите научиться играть и петь. Всем пока!